Привет, я Анна, и мне хочется рассказать о прогнозе погоды на 14 ноября. В столице Алтайского края ночью +1, днем +2. В Белокурихе в ночное и дневное время суток около 0 градусов. В Горно-Алтайске ночью -1, а днем +1. Давайте перейдем к прогнозу погоды в нашем городе. В Бийске пасмурно, возможно выпадение снега. Ночью и днем столбики термометров зафиксируются на 0 градусов. Желаю всем хорошего дня и отличного настроения!